Диан, куда ты уже собралась? Бассейн! Диана всегда не успеет проснуться, она уже хочет идти в бассейн, прежде чем даже завтракать. Вы идете купаться, а я готовлю завтрак. Угу. Температура сейчас на улице 28 градусов. И водичка у нас теплая очень. 34. Снимать деток не будем. Ютуб не разрешает. Но им очень хорошо. Мы покупались, покушали, и сейчас у нас время творчества. У Дианы вот такой вот интересный альбом. Здесь нарисованы девочки, но они без лица. Им надо, я их рисую. Также в альбоме есть такие наклейки. Там губы, глаза, ожерелья, сережки. Диана сидит, все наклеивает. А можно я покажу, как ты уже понаклеивала? Да. Так, это девочка одна. Это вторая. Ой, видишь, какие они разные получаются, да, Диан? Что ты сейчас клеишь? Глазки. Глазки клеим. Рома, ты чем занимаешься? Я занимаюсь такой рисовалкой. Рома играет вот таким набором с спирограф. Тебе еще здесь показывают, какой будет рисунок, да? Да. У Ромы тоже есть такая книжка, как у Дианы. Только у него здесь какие-то пираты. Смотрите, у девочки даже пираты есть. А это ты что наклеила? Бровки. Бровки. Диана делает успехи. Ого, какие глаза. А брови смотрят почему-то не в ту сторону. Ну, какой у Ромы получился мальчик славный. Да. Рома, это кто? Девочка. Какая-то странная девочка у тебя получилась. Такая добрая. Ребята, что это вы делаете? Я фоткаю аппаратиком. А, Рома фотографирует Диану. Получилась фотка? Да, сейчас сделаю видео. А, он же видео снимает? У Ромы уже есть развлечение, он фотографирует все вокруг. Модель готова, стоит. Рома настроился. Будем фотографировать. Готовы? Класс! Прикольная штука, да? Мы уже уселись, все заняты своими делами. Идем, идем. This guy made video in YouTube, right? Yeah, no, it was not. I knew that when I see that boy, I was like, Давай, лети, лети! Давайте померяем ножки. Это маленький, 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 маленький. Ну, почти 10. Идеальный для тебя 10. 9. 9. 9 типа впритык. А ну-ка иди сюда, попробуем. А это какой? Какой это размер? Это 9. Рома как оделся. Ну какая Диана красивая. Мед, да? Значит, Диана 10. 10. Кстати, классный просто. А этот не давит? Нет. Нравится? Да. Давай. Ну, да, красотища. Рома ходит, фоткает все вокруг. Диана просит, чтобы мама померила свои ноги. Мне будут маленькие все. Ну, это же детская обувь. Какой там детский, ну, тем американский размер. Диана, где ты такую корону взяла? Это косыночка. Косыночка, понимаешь? Косыночка?
Ух ты! Все, Диану не узнать. Рому тоже не узнать. Вот это красота. Диана, а ты где? Тут была Диана, теперь кто-то другой. Карнавальная маска. Как тебе новые кроссовки? Такая вот красота. Мама, осторожно! Мам! Это у тебя руль? Куда плывешь? Сюда. Мама наводит красоту. Тяжело с распущенными волосами. Они уже высохли после бассейна. Все, беги. Так удобней. Идем в другой магазин. Идем приодеть Ромчика. А тут живые попугайчики. Мам, что ты Спасибо. Какой классный, да? Да. Мама, вон там кушает, а вот там пьет. Да. Рома устроил фотосессию Диане. Смотри. Какая красота. Мама, а хочешь тебе это фотосет? А ну сфоткай. Еще одна фотосет. Выбрала. Там возле кассы такой лабиринт. Я У вас тут тесно. Пора обновочек. Кроме очки будут новые. Ух ты, стика штука. А ты здесь? А? Стика. А ну покажи. Какой ты модный. А ну, Диана, покажи. Какая ты красивая. В ресторанчик идем? Да. Необычно. Нам принесли нашу еду. Thank you very much. Здесь такие стены интересные. Я с мясом, а у тебя с мясом. Ты у меня булочку забираешь? Ну хорошо. А что мне ты дашь? С чем эта булочка? Шпинатом. О, со шпинатом, класс. Я сейчас съем и буду как папай очень сильно. Вот такая у нас Диана стала, красавица. И такой красавец Рома. Я с закрытыми глазами хожу. Ты с закрытыми глазами? Да, я все вижу. Рома позирует. А вот так мы вечерами развлекаемся. А я... Друзья, подпишитесь на каналы Ромы и Дианы. Всем пока!